писаем. Финальная встреча женского турнира Андреева Куплина. У нас их 4 7. Понятно. Так что ты давай, смотри, какая тебя инфекция, осторожно. Струпов Тимирханов. Минус 62, это кто? А это кто отсюда попадет? Костников и Дорнис. О! За 7-8 место. Она была в третьей партии, она больше-меньше проиграла. Больше. Только тут начала привыкать к ней. Правильно. И уже это. Это тоже опыт. Ну да, как я только начала. Тоже опыт. Вот так ничего уже чувствуешь? Нормально? Это уже все последние, да? Все последние, да? У тебя будет последний, да. У тебя. Я уже учу, что я последний как сыграю. Будет? Последний сыграю. Конечно. Я бы хотел самую возрастную игру. А сколько у тебя принесло это имя? 15. О, ну что, ничего, как я говорю, это центр. Центр, да. Так что ты с Аксакал. Шинкевич вынес. За Аксакал Сергей. Шинкевич. Дима! Дима, быстрее. Аксакал, который меньше всех. Это какой стол вы на... Да. На третьем, Петров, на третьем Петров, 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 Петров. Еще, первом стали. Еще первый. Третий первый, Дима. Че, Серега, ты выигрываешь? Шинкевич, да, где ты? Так. Где Петров-то? Подожди, сейчас вызовем. Вот он. Вот. Че, все, что ли? Да. 29-е место. С Матюновым играли, да? Ну, наверное, да. Значит, все, вы свое место заняли. Шинкевич, найди. Третий стол. Сейчас. Аникин, Сибирцев, первый стол. Так, давай. Карамышева 3-0 выиграл. Все, ты заняла, ты можешь идти. Это у тебя, знаешь, какое место? Вот, вот, вот. 15. Угу. Выиграл кто? 3-2. Шинкевич, да? Да. И сразу вызываю. Можно я 3 минутки буквально? Да, можно. Бригунцов Петров, третий стол. Можно посмотреть, какая оценка пришла? 112. 112 где-то. Так. 111. 115. Дюбенкова Рузанова, пятый стол. Дюбенкова Рузанова, пятый стол. Не знаю, мне ничего не говорю. Так, 112 не вижу. Да, запиши, что я там снял. Ну, подожди, дай я тебе найду сначала.
вот он. А что, Хрипинский точно снялся? Да, он уже приоделся. А мы сейчас что, уже последнюю встречу играем или нет? Вот здесь. Дима, я пошел за, за ключом. Что-то не могу. Ключ найти. Пойду выяснять. Дайте мяч, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что сказали. Так, Семенов выиграл. Там, наверное, все, последний, наверное. Так, сейчас я уже... Забыли, да? Так, Семенов Лысаева выиграл, да? Да, все, 27-е почетное место. Раз почетное. Угу. Так, и тоже стол 8-й, да? Так, 8-й стол у нас 8-й. 8-й стол, Дима. Ефременко, Евтушенко, 8-й стол. Так, третий стол, сейчас третий стол, третий стол. Есть у тебя? Ну, давай, конечно. Давай. Начнем это самое. Митрофанов Ильиных. Ну, может быть, не совсем целует, но похоже, да. Митрофанов Ильиных, третий стол. Полуфинальная встреча объявлена. Да. Они сами знают, что встреча. Так нет, для людей, вон они там на балконе. Они вот почему-то сюда интересуются. Женщины больше, чем так, значит, денежный, Юр, значит, 1200, 800 и 400 женщинам. Так, давай в их эти мешочки вкладываем. Вы сейчас хотите награждать? Все же, ну, доиграли. Ну, доиграют, скоро доиграют. Ну, через полчасика можно. Первое, второе сейчас определяться, а вот третье будет определяться долго. Ну, мы разложим сейчас и это. Ага. Это вы можете раскладывать. Это третий стол. Thank you.
Да. Где себя искать? Да. Наверное, будешь. Значит, тебе сказали. Что а нет, что я сыграл? А? Что? А где ты есть? Фамилия. Исаев. Все, да? А, все, да, Исаев закончил. 28 место. Дима, иди сюда. Кто выиграл? Андреева. Андреева. Первое место. А как звать Андрееву? Подожди. Андреева. Ну а полное имя? Анна, да? Не Антонина. Куклина Татьяна. Куклина Татьяна. Запишите. Сейчас. Дима, 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 да. Быстрее. Сколько ваше будет играть? А? А сколько мест награждается? Три? Шесть. Шесть. Подождите, кто? Кто? А деньгами? Деньгами еще, ну, нет, маленькие. Ну, за шестое, кончили, понятно, да. Маленькие. Там за первое кофемашина. Вот. Денег 7 тысяч. Веселова Карманова. За первое место 7 тысяч? Нет, всего 7 тысяч. Веселова Карманова, шестой стол. Так, седьмой, вот Шенкевич Нинашкин. Есть пиджак? Так, да. Шенкевич Нинашкин, седьмой стол. Так, так, значит, сейчас вот, скоро с Белоусовым вас сразу. Так, подожди, и какой? Еще четвертый стол? Дай по пиджак. Дима, четвертый стол еще. Да, четвертый стол. Значит, вот Назаров Смирнов. Давай. Назаров Смирнов, четвертый стол. Где Назаров? А вон, давай. Это же объединенные две, да? Отсюда будет с первым отсюда играть, да? Ага. За первое место победитель. Вот победитель играет за первое место. Сейчас полуфиналы будут. Ну вот сейчас будут. Так освободятся вот столы. Так, Куклина Татьяна. Значит, уже можно писать. Давайте я их напишу. Первое место. Можешь назвать их даже. Хотя их надо всех назвать. Да нет, сейчас.
Нет, ну все девушки когда закончат, женское награждение. Можете поразглядывать, да. Значит, и финансово там на донышке лежит. Там еще призиков на женские, хотя бы за четвертое хотя бы там. Блокнот может мне один подарить. Где что? Да, распиши. Ни разу подписать. Распиши сразу. Вот давай, тогда сразу. Давай остальное. Тогда сразу. Пойдешь? Ну, я выйду на улицу и тут же с крыльца подписываю. А сам тебе 15 суток сразу же дадут. И мы тебе ждать, и нам придется, и нам придется заканчивать без тебя. Нет, Дима, ты давай поближе. Только там света нет. Вот ты найдешь, наверное. А что, света нет? Там свет. Иди женскую. Женскую, а? Женскую иди, закройся. У меня фонарик есть. Вот это с фонариком. Только не уровень такой. А он у меня водостойкий. Ну, отмывать его долго придется. Вот, для подводных. Ну, отмывать его долго получается. Я за того и взял. Так, а кто у него тут есть? Кого выпускать-то? Thank you.
так. Почетное 20 место. Господин Аникин. Где ты там? Аникин, где ты там? Нет, хорошо, хорошо. Так, ну что, ключ дадите. А там открыто, беги скорее. Какой номер? 17-й. Заново. Сейчас. Стариков Михаил Никитенко. Первый стол. Стариков Никитенко, первый стол. Рузанова. Так, Дима, иди сюда. Так, как? Рузанова. Рузанова, да? Вот будешь играть за 9-10 место, но через некоторое время. Рубинкова, так. Матрезаева Галендухина, пятый стол. Матрезаева Галендухина, пятый стол. Зовите за третий. Так, Рубинкова. 32. Ключ у кого? Так, что, что? Ну я вызову других тогда. Пожалуйста. Сидите, ждите. Жиль Рузанова, пятый стол. Рузанова, пятый стол. Рузанова. Идет. Так, я пойду с ключами разбирать. Так, Юр, значит, давай мужские тоже раскладываем. Подожди, Дима, ну ладно, я здесь, я сейчас мне надо с ключами разобраться. Да. Что-то нет, ключа уже надо.
18-й не у тебя ключ? Не передавали? Кому-то передали, а кому передали? Мне передали. Ну так а что ж ты молчишь, а я бегаю. Извини, я взял ключ и пошел писать. Я тебе всем сейчас буду и рассказывать. Да. Пока я пописал, я забыл об этом ключе. Ну давай скорее. Слава Богу. Хорошо, скорее, да. Вот он. Да, ну куда вот. Мне всех-то выиграть? А я думаю, всех спрашиваю, никто не знает. Так, Дима, вон, сыграли. Так, ты сейчас... Пойду к одну, можно? Давай. Записать, пожалуйста. Петров выиграл. Сейчас, сейчас, сейчас. Гребенцов в упорной борьбе. Давайте я вызову, вызову на какой стол лучше. Не знаю, четвертый освободился. Нет, я вот... Да, кого записать? Куда? Если... Петров. Ну, давай. Если будете Петров, Евтушенко Петров, вызывать, на восьмой там, меня опять. Евтушенко? Я проиграл. Нижний. Ты проиграл? Да. Я если почему? Можешь, на восьмой меня вызвать, нет, потом. Нет, Петров сильно нижний. Да. Вот Петров Никита с Брегунцовым, да, играли? Да. Да, третий слой. Да. А как там вообще регламент-то? 6 призовых мест. А 4, да, вот в финал по сеткам или как? В смысле, я... Ну вот, финал получается, по сети сколько выходит? 4 человека? Да нет, никакого, нет, никакого нет, такого такового финала нет. Вот победил, третье место занял. Ну и проиграл четвертое. Обычная вот сетка. А, вот это обычная шестое. Сетка. Когда сетку там, ну, просто по местам. Место занял, и как место занял, ну 6 призовых получаешь свое и идешь домой. Ясно. А сколько сеток? Запишите меня. Здесь вот смело выиграл. Здесь нага меня вы. Так, давай мы тебя тоже. А я же. Так, Дима, давай, столов да. Много стоять. Сейчас, да. Вон, у меня вот этот стол. Я что, вызову тогда это? Корниса с Косником. Вот на этот стол. Давай. Корнис с Косником. Второй стол. Корнис с Косником. Второй стол. Немножко, немножко, да? Или пойдете на тот стол? Сразу можешь играть с Петровым? Да, да. Подожди. Так, да подожди. Давайте, а, давай вот на седьмой стол. Идите, идите на седьмой. Нет, подожди. Идите, идите на седьмой. Они на седьмой пошли. Так, а вот, а вот это что, третий, свободен? Третий, третий стол, вот, давай, свободен. Третий. Третий давай. Свободен. Нинашкин Петров. Рафан давай, Сергеев, я не выиграл. Нинашкин Петров, третий стол. Так, значит, кого куда? Тимирханов Белоусов. Где у нас Тимирханов Белоусов? Не выиграли еще. Сейчас, Митрофанов. Кто сыграл? Митрофанов выиграл. Митрофанов выиграл, да. Так, Назаров все закончил, да? И сейчас будем посмотреть. Уже как, немножечко того. Так, Назаров. Алиных куда спустился? Назаров, скажите. Заруха, да, куда ты должен ты сюда спуститься? Я знаю, где. Так, где у нас Алины? Что? Ты, да. Я мечтаю просто об этом. Теперь вот вопрос. Какая вы? Вот. Ильиных с Митрофановым. Это минус 61. Да? Минус 61, вот она сюда. Ильиных.